Здравствуйте, с вами Татьяна Чарунова, и сейчас я вам покажу три способа, как можно загрузить плагины на свой сайт. Первый способ – это поиск плагина и загрузка его с сайта производителя. Нажимаем «Добавить новый», вставляем в поиск плагин, который нам нужен. Нажимаем «Поиск плагинов». Вот он нашелся. Нажимаем «Установить», «Окей», «Активировать плагин», «Все». Плагинчик установлен. Теперь следующий способ. Опять нажимаем «Добавить новый». Нажимаем «Загрузить». Выбираем файл на компьютере и загружаем. Опять же устанавливаем и активируем плагин. Третий способ – это загрузка плагина при помощи файла Zilla. Заходим на свой сайт через файл Zilla. Ищем паблик HTML, WP-контент, плагинс. Дальше. В левой колоночке ищем на компьютере плагин, который нам нужно закачать. Так, закачаем, например, вот этот плагин. Скачать на сервер. Плагин закачался. Теперь заходим в плагин, обновляем страничку. Вот этот плагинчик появился, который я закачала. Итак, я вам показала три способа, как можно закачать и активировать плагин на своем сайте. Всего вам доброго, успехов!